Ты можешь поднимать руку сколько захочешь. Миссис Олден никогда не позволяет никому выйти в туалет. Эй, хватит спрашивать про свой чертов туалет! Я тебе уже говорил. Я продолжаю говорить. Никто, и я... Я имею в виду, никто не выйдет отсюда так просто, пока не обосрется. Помнишь Нельсона второго класса? Обосрался, и теперь он помер. О, не-не-не. Я чувствую, как твой желудок уже там урчит. Ты не справишься. Ты еще взорвешься нафиг. Тебе нужно уходить. Не волнуйся, не парься. Ты сам не справишься, ты не будешь в этом один. Ох! Целеустремленный. По глазам видно. Надо поговорить об условиях. Вон туалет. Торопись, пока не взорвался как шар. Как такой наполненный какахами шар. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это «Не обосрись в Роблоксе», правило. Сделай ошибку, и ты пёрнешь. Пёрни 15 раз, и ты обосрёшься. Не обосрись, или прогресс будет потерян. Так, сделай ошибку. Не волнуйся, приятель. Я твой верный рюкзачок. Я тебе помогу. Я вообще думал, я уже буду в отпуске, но вот я снова на спине спустя столько лет. Так, ты меня сохранил, чтобы я хранил твои книги. Я знаю. Всех... Что? Подожди. Короче, я буду до смерти с тобой, да, это была моя мечта. Короче, он радуется, что... Слушайте, у нас время не ограничено, я... По-моему, какой-то идет секундомер. Нормал, видите, надпись? Нормал. А под нормалом секунды. Секунды фигачат, надо торопиться. Короче, это игра, в которой вы уже все поняли. Мы усираемся и торопимся в туалет. Но тут же дядечка. Погоди-ка секунду, ботанище. Ты куда это так спешишь? Ну-ка, только не рассказывай мне, что сейчас обосрешься. Думаешь, я тебя пропущу? Я хочу, чтобы ты обосрался. Пожалуйста, пропусти меня, пожалуйста, ну пропусти. Я уверен, там есть еще туалет. Не парься вообще, да? Вау, какая классная школа. Вот это школа, дамы и господа. Скип. Да какого черта? Ну, мы вообще не должны здесь быть. Ой. Да не, нет ничего страшного. Что, заново? А, не-не-не. Для растений хорошо, что ты усираешься, так что не переживай, говорит. Так. Ага. Ну, в принципе, легко, да? Но я совершил ошибку, я пукнул. Мне говорили, что я пукну, если совершу ошибку. Я пукнул или нет? Так, ну здесь достаточно просто, да? Мы, в принципе, прошли. Джи... Do you want to eat the worst food in the world? People are stupid. Люди тупые, худшая еда в мире, что-то. Все вы тупые мелкие муравьи. Говно. Ой! Ты не можешь просто падать. Еще парочка так раз и конец. Да, я понимаю, это игра, но твоя репутация. Все запомнят тебя как парня, который обосрался, это стыдно. Этот знак на твоей голове будет пожизненно просто. Слушайте, да я серьезную ставку сделал, играя в эту игру. Это я... Такая битва за репутацию. Пропустить уровень? Не-не, ну как вы пропустите? Ну подожди, ну мы разберемся сейчас. Я же могу по столикам тут спокойно перепрыгнуть, же все отлично, да? И все, и нормально, и содержимое все... Все будет у меня, останется все. И ничего нигде не расплескается, и все прекрасно. Я вам, кстати, отмечу, что наконец-то, вот у нас же шутки были, по-моему, когда мы играли с ребятами. Ну, там, Морти, Витек, Зелел, там, что у меня такой, что у меня скин, как будто я в туалет спешу. Это наконец-то реально произошло, наконец-то мой скин, он, собственно, оправдывает своим существованием игру, в которую я играю, да. Все совпадает и подходит просто идеально, да. Я ждал этого момента. Ты хотел бы супер... Да не, не надо. Тебе говорит, надо увидеть доктора. Прячься. О, не-не-не-не-не. Так, он что-то рассказывает еще. Я не перевел уж, извините. Я говорю, наконец-то мой скин соответствует геймплею, да. С выпученными глазами бежим мы в туалет, понимаете? Бежим в туалет по полной программе просто. Вот посмотрите, вот это же реальное лицо человека, который бежит в туалет. Вы понимаете, как все совпадает? Вот здесь можно, кстати... О, вот это подбираем, да? А, вроде бы... Ой! В самом конце, серьезно? Ноу! Ноу! Я сказал ноу. Не-не-не. Как воняет. Ой, я сейчас вырублюсь. Ой. Я вижу свет. Кажется, я готов покинуть этот мир. По-моему,
Ты чё? Ой, не переживай. Не думай, что это твоя вина. Моя смерть в твоих руках. Погоди. Я все еще жив. Я не помер. Прости насчет этого. Я думал, я уже помер. Не-не-не, все нормально, рюкзачок, все нормально. Мой пердеж не настолько пока что смертелен. Но все впереди, знаешь. Чем дальше мы идем, тем хуже он... Это что за испытание мистера Биста с лазерами такие? Как тут пройти? Ну-ка. Аккуратней! Ой, думаю, это было быстро, да? Не могу даже себе представить, каково это, когда ты падаешь, и у тебя столько пердежа из жопы. Ну, я уверен. Это вот такое испытание будет, да? Ой, прекрасно. Так, и что мне надо? Ага, перепрыгивать, да? Тут. Ой, слушайте, великую игру я нашел, ребята. Это великолепно. Это просто прекрасно. Кажется, что это неправильно. Но в то же время и правильно. Ой, простите. Избавь их от страданий. Да я стараюсь. Как-то не очень выходит, по-моему. Чё-то как-то не очень выходит, да? Как-то они продолжают пострадывать. По чуть-чуть пострадывают маленечко, да? Так, о, здесь можно скатиться. Да, давай, давай, давай. Ну, Декарт скатился. Не будет этого, что ли, сегодня? Ну, ладно, давай здесь. Так, здесь тоже можно, в принципе. Так. Это лучшее время в их жизни. Так. А, мне же вот сюда, правильно понимаю, да? Так, они тут бегают, так. А, вон туда надо завернуть, да? Вроде бы. О! О! Давай-ка. Возьмем. Так, слышь, не-не, иди отсюда, иди гуляй, мужик, иди гуляй, ничего не знаю, все, я сюда пошел, все, тут безопасно, тут нормально, тут безопасно, тут отлично, и мои какаки будут при мне, надеюсь. Так, почему это никто не вымыл? Почему это никто не вымыл? Действительно, хороший вопрос. Слушайте, это что, я такую же какаху отложу, что ли? Мне страшно. Ой, я сейчас вырвет. Ну, не буквально, но... Так, о, а на него, смотрите, сейчас упадет грузовик, да что ж ты будешь делать, это еще не конец, ребят, грузовик упадет, грузовик на туалет упадет, не получится у нас потекать. Ой, ну это не идеально, но лучше, чем штаны. Давай, парень, отличная работа. Какое совпадение? Ощущается как симуляция какая-то. Пойдем в спортзал. Да, у них там тоже туалеты есть. Это ужасно. О, нет! Тебе надо продолжать играть. О, господи. Не думал, да, что такое будет? Да думал вообще-то! Если ты слушал внимательно... Да подожди. Не волнуйся, никому не скажу, что ты пернул. Никто не узнает, что ты только что пернул. Этот парень только что не пердел. Слушайте, а может быть мы снимем этот рюкзак? Что-то как-то... Главный герой, он тебе реально нужен. Ты без него прям никак. Без него как без рук, серьезно. Как без рук и туалетной бумаги. Отлично. Мистер подглядывальщик в школе. Слушайте, у меня только один вопрос. Мы в конце же это сделаем в Скибиди туалет. Ну правильно, да? Ну чтобы это было максимально эффектно. Ну я считаю, ну надо, ну в Скибиди, ну в туалет, ну в конце. Так, давай вот сюда. Оп, все, отлично. И что это ты мне говоришь? Во, как ничего себе. Вот это обби. Слушайте, ну это пока самое лучшее изобретательное обби из всех, которые я в Роблоксе играл. С вот этим вот рюкзаком со всеми. Я вижу отсюда туалет. Почти там, на месте. Давай, торопись, почти на месте мы. Ага, я был сейчас за этой штукой, да? Ой, видите меня, сбрасывает. Надо, чтобы ты был вот перед вот таким вот прикрытием. Ага. Вот эта жердочка, перегородочка должна быть. Все, хорош, теперь сюда чуть-чуть прошли. Теперь стоим. Теперь еще стоим, ждем, да? И вот так вот вперед, собственно, там какой-то малец уже бежит. Он бежит, тоже усирается, бедолага. И я за ним, ой, обогнал. Ой, начинается. О, нет. Ой, сейчас это произойдет. Отойдите с дороги. С дороги, о боже. О, господи, посиренькать. Хорошо так жопой сесть своей огромной. О, на все унитазы сразу. Да. Ну, в прачечный туалет. Ну, это, конечно, отвратительно, но вся эта школа и так катится в тартарары. Стоит просто закрыть школу, перестроить. Так, ну что ж, идем.
У меня тут цифра 23. Что она означает, кстати, 23? 23 это что? 23 это количество раз, сколько я могу пёрнуть, то есть ошибиться. Давайте попробуем. Вот я сейчас... Вот, 24, смотрите. Ой. Ой, великолепно. Ты только что встал на какаху... Как... Я выиграл, познакомьтесь с леди обеда, что? Я выиграл какое-то странное достижение. Ой. В прачечной у нас мусор. Я думал, они это не выбрасывают, а подают. Ну-ка, давайте я попробую ошибиться. Что будет? 24. Ой, кто-то в моей молнии. Что-то в моей молнии. Ням-ням-ням. Это ж какаха, зачем ты ее жрешь? Наверное, это она, да? 25. У меня 25 таких. Так-то, ладно, давай прыгаем дальше. В принципе, ничего сложного, все элементарно. Дальше сюда. Опа! Удивительно, но это самая лучшая из ланч-комнат, которую я нюхал. Серьезно? Какой у тебя потрясающий опыт по жизни. Туалет. Ну, я уже правильно понял, что мы обосремся в конце? Ну, никак, да? Вот что бы ты ни делал, мы все усираемся и усираемся, да, по-моему? И все нам не везет, понимаете? Ай! 24, да? Я проиграл, смотрите. Ну-ка еще раз. 23, да, точно. У меня... Не, ну слушайте, у меня довольно много жизни. У меня довольно много жизни. Да я пройду. Да никак... Какая репутация? Мужик, нормально все будет, сейчас пройдем. Так, окей. Не, ну слушайте, ну это... Не-не-не-не, пока не надо. Пока не надо ничего порчейс, никакой скип. Мы пока еще, может быть, справимся. Так, я пока постараюсь еще. Так, давай вот сюда и... Бумажка. Бумажка туалетна. Взяли. Назад. Ух. А, туда вниз, говорит. Туда вниз. Окей. Все, нормально. Прошел. Что, на мужика на этого прыгать? Может, сюда? Лучше. Что на мужика-то прыгать? Лучше сюда. Лучше вот на двери становимся, да? Все правильно. Я же сохранился. Ой, смотрите, червячки какие-то торчат. Что это вообще за радость? Что здесь такое в этой ужасной школьной столовой? Что в ней? Что в ней происходит? Так, давай сюда. О, сохранение хорошее. Ножи! Пошли ножи! Быть съеденным кучей деток, это не круто. Тык. Кто такие бугеры? Бугеры кто такие? Кто такие бугеры в переводе? Какого черта? Ну зачем это здесь вообще нужно? А это очень классный вопрос, дружище. Я понятия не имею, вот честное слово. Но мы перепрыгиваем. Есть! Отлично! О, осьминог огромный. Давай, ну пожалуйста, покаки, ну пожалуйста, ну дружись, ну. О. Ой. Все кончилось, последний туалет. Пришло время признать свою судьбу. Он даже ртом не шевелит, так это говорит. Блин, не хочу быть драматично настроенным. По-моему, пошло время стать эмо. Наверное, да, самое время. Мы через многое прошли. Открыл. Вау. Говногоблины. А, этого знаю. Он в сортире прятался, чтобы его в армии не звали. Этого гоблина я знаю, да? Дмитрий зовут. Так, говногоблин, да, смотрите, встретили. Хорошо. Окей. Давайте. Та-там-та-ра-та-та-там. Та-та-там-там-та-та. Куда я пришел? О. Приди, присядь. Не нужно объяснять, зачем ты здесь. Я вижу это по твоему лицу. Ты побежден, потому что не нашел туалет, правда? А я был молод. И был в такой ситуации. Спустя кучу попыток, я сдался. Сдался в попытках найти этот туалет. И обосрался посреди гимназии перед всеми. Даже по сей день жалею об этом. Все в школе видели, как я обосрался. Если бы только я не сдался так быстро. Что если бы я сказал тебе, что есть еще один туалет? Ты преуспеешь там, где я провалился. Я предоставлю мои надежды и мечты тебе. Спасибо огромное, мужик. Выручил. Так, ну давай попробуем. Ладненько. Это определенно конец игры. Надо пройти через все это говно. Давай. Пупи тайм. Сральное время, вперед. Ничего, ты что, смеешься, мужик? Мужик, это как еще одну такую же игру пройти? Ты серьезный? Ну ладно, окей. Давай попробуем.
Раз, два, три. Смотрите, как хорошо пока все складывается, да? Так, ну пока нормально, да? Так, теперь надо мимо этих каках, да? Мимо этих каках. Ну, это мы просто делаем. Это мы просто вот, вот так вот можем постоять еще, подумать, да? Так, тут три какахи прошло. Давай по центру теперь идем. Теперь вот так. А что, в принципе, ничего сложного, да? Только вот я не знаю, как оно сверху... О, нормально, прошло. Поймали. Короче, он говорит, что... Ладно, не важно, что он говорит. Он много чего. Он много чего говорит. Никто не узнает, что ты пукнул. Этот человек только что не пукал. Не вот этот, поверьте. Так, все. Окей, прыгаем теперь через это все. Тут опять осьминоги, осьминоги, да. Но мы не боимся. Не боимся осьминоги, так как прыгают наши ноги. Так, я слышу, я сейчас так могу и проиграть. Хотя нет, не могу. 22 жизни вышел. 22 жизни. Да заткнись! Блин, слушайте. Слушайте, беда. А беда! А беда! Я прям вообще, я прям просираю здесь. Что происходит? Так, отлично. Давай не торопиться. А, есть! Прошел! Так. Это... Подожди, это как? Я могу здесь? Могу. Могу. Да ты можешь закрыть свою ротяку, господи, бегемот ты сраный, ты. Нет, почему? А, не, ну слушай, нормально. Уборщика надо уволить или убить, это омерзительно, говорит. Тут я, кстати, с тобой даже не поспорю. О, хорош. Так. А я туда допрыгнул? А-а-а, да что ж ты будешь делать? Двойной прыжок мне предлагают купить. Да ну подожди, зачем мне что-то покупать? У меня еще 18 жизней. Мы еще нормально идем. Ну ты что, издеваешься? Не отвлекай меня сейчас, ну. Так. Ой! Это было эффектно. Куда? Так. Слушайте, я не хочу пользоваться сокращенкой пока. Ну вот, вот как? А, в другую сторону! Да что ты там трындишь? Ты меня отвлекаешь, я стороны путаю, стороны света путаю за тебя, ты понимаешь? Так, окей, все, давай. Вот сюда теперь, вот сюда, да, все, значит, я теперь знаю, там не допрыгнуть. Делаем вот так, делаем вот так. Потом делаем вот. Ой, пожалуйста, дружок. Да ну! Все! Фух! Прошел! Нельзя сбегать из класса! Чего? А что делать? А, стрелять в нее вантузами. Понял, понял. Надо попадать еще. Наказание! Сейчас, сейчас, сейчас. О, вот так. Я расскажу твоим родителям. Ну-ка, давай, давай. Больно-то? Вот это босс. Вот это босс. Это просто Секиро Shadow Die Twice, ребята. Просто тяжеленный босс. Да. Какахай нормально так. Пришпандурил. Ты это сделал? Ты это сделал! Победа! Есть! Ура! Использовать! Давай. Скибери доп 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 ес ес. Скибери доп 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 доп. Ты справился! Офигенно. Вот, ребята, скажу вам. Вот она победа. Вот с каким звуком должны сопровождаться победы у вас по жизни, я считаю. И, конечно же, помыть ручки. Конечно же, это тоже очень важно после такого. Так, давайте-ка выбежим, посмотрим, что тут есть еще, нет? О, хорошая концовка. Так, открываем. Добежал! Аплодисменты! Многие не думали, что ты справишься. Ну вот ты здесь. Отлично. Спасибо, мужик. Если бы не ты, не знаю, где бы я был. Обычно я этого никому не предлагаю. Ну, хочешь чипсов? Семейный пакет. Браво, браво, браво. Это просто музыка для моих ушей. Совершенство.
Как же я тобой горжусь. Ты гений, все блестяще. О, Витек Зелел мне аплодирует, Фокс Нео. Ей, все, танцуем. Танцуем, кайфуем вообще. Не, ну блин, это классная игра была, смешная. Я надеюсь, вам тоже понравилось. Ставьте лайк, если это так, переходите вот сюда. Тут тоже я какой-нибудь веселый вам видосик оставлю. Если этот вам зашел, то этот зайдет. Всем счастливо, удачи, пока. Увидимся вот тут.